Сейчас мы переходим к новостям спорта. Во всем мире сейчас обсуждают церемонию закрытия Олимпийских игр в Сочи. Отзывы самые восторженные, ведь шоу, которое увидели болельщики на стадионе «Фишт» и миллионы зрителей, наблюдавших за телетрансляцией, получилось не просто масштабным, грандиозным. Такое событие остается в памяти надолго. Это новая страница спортивной истории России. Наши русские коллеги пообещали великолепные спортивные объекты, выдающиеся олимпийские деревни и отличную организацию. Сегодня мы можем сказать, Россия выполнила все, что обещала. Мгновения, которые объединили мир, этой безудержной энергии спорта мы жили 17 дней. На закрытии игр болельщики не скрывали своих эмоций. У меня слезы на глазах, невероятный медведь с огромными глазами человеческими. Я просто в восторге, что Россия может провести такую Олимпиаду. Грандиозно, потрясающе. Чудо, мы были в Ванкувере, не сравнится. Потрясающее впечатление, душа прямо поет. Вот ощущение такой большой энергетики, единения всех людей вместе. Мы были очень просто потрясены. Когда вечернее небо Сочи пронзили тысячи звезд, сверкающих всеми цветами радуги, олимпийцы зажгли на стадионе, как на танцполе. После 2,5 недель изматывающих стартов они наконец-то смогли расслабиться и на время забыть о спортивной жизни.